Poštovani gledalci televizije Hram pomaže Bog. Nalazimo se na jugu Moskve u rejonu Severno Butovo, gdje će vam prikazati hram svetog blagovernog knjaza Dmitrija Donskog, upoznat vas sa njegovom istorijom kao i njegovim svakodnevnim životom. Naš današnji domaćin je protojerej Andrej Aleksejev, starešina hrama svetog blagovernog knjaza Dmitrija Donskog u Severnom Butu u gradu Moskva. On je ujedno i duhovnik olimpijske reprezentacije Rusije, kandidat bogoslovlja i kandidat istorijskih nauka. Otac Andrej, dobri den. Dobri den, drago Miroslav. Dragi druzija, srdečno всех вас приветствую. И для меня и большая радость, и немалая честь сегодня участие принимать в этом разговоре, в этом диалоге, в этом рассказе о той части нашей жизни, которая не только нам близка, а которая является для всех участников этого чуда радостью соприкосновения с Богом. Потому что в этом месте когда-то было чистое поле, не было ничего. Всего лишь 9 лет прошло с тех пор, как мы пришли сюда, и там, где было много проблем, где мало кто верил, что все то, что мы предполагали сделать, окажется реальностью, мы стали трудиться. И вот для нас это чудо вмещает в себя, с одной стороны, милость Божию, а с другой стороны, конечно, благословение священноначалия. Ведь когда святейший патриарх Кирилл меня сюда назначил настоятелем будущего строящегося храма, будущего собора, который князю Дмитрию Донскому посвящен, этой большой общины, которая стала строиться, действительно трудно было в это поверить. Возможно ли без ничего создать что-то большое? И вот вы знаете, признаюсь вам честно, просматривая происходящее здесь со мною, с моими помощниками, с людьми, с детьми, сегодня, когда создан целый центр, включающий в себя дошкольный лицей, школу искусств, музыкальную школу, концертный зал профессиональный, спортивный комплекс, гимназию, ну, понятно, школа воскресная, само собой. Сейчас более 1000 детей посещают разные кружки, секции, студии, подразделения того, что на территории подворья построено прихожанами без копейки бюджетных средств. Вот все это просматривая, я поражаюсь тому, насколько велик Господь. В очередной раз, вот на этом маленьком месте, где совершается чудо встречи людей с Богом, приходящих сюда, юных и взрослых, для того, чтобы здесь ощутить себя в этом удивительном мире божественной любви. Заметьте, одна из важных составляющих этого взаимодействия – погружение людей, а это вот общение семейного вот такого типа, когда приходят семьями люди, участвуют вместе в богослужении, идут вместе на пикник, едут в паломническую поездку, идут вместе на футбольный матч, идут вместе пообщаться, побыть, побеседовать, отдохнуть, потрудиться. Но у них у всех есть здесь определенная череда, очередность присутствия и служения в том, в чем они могут быть полезными. Чтобы свою десятину, как писал святой Иоанн Кронштадтский, удивительно, десятину в чем? Кто-то копеечкой, кто-то старанием, кто-то готовностью, каждый своим талантом принести для общего дела и созидать то пространство, где хорошо людям, хорошо детям. За всем этим, да, есть важные задачи, которые мы ставим перед собою в деле воспитания подрастающего поколения, создавая этот центр работы, культурно-образовательный, просветительский центр работы, общения с людьми юными и взрослыми, конечно, родителями, конечно, безусловно, детьми. Но все это важно по той причине, что перед нами есть задача, включающая в себя очень важные моменты строительства не только внешнего, а внутреннего. Ведь как святые отцы рассуждают, Бог не в бревнах, а в ребрах. Что вкладываем в сердце человека? Что всеваем в его душу? Чем наполняем смысл его жизни, к чему призываем его. Он гражданин только земли, что важно. Нет, не только. Он еще небесный гражданин. И давая обеты верности Богу,
Мы помним не только знание, что Он существует и есть, Господь, а доверие к Нему и верность Ему. Как-то я написал стихи. Они сегодня являются творческой концепцией того, что мы хотим получить, что вкладываем в сердца юных мальчиков, девочек, юношей, девушек. Пожелание юношам. Что красит юношу? Не стильная наколка, не купленная папой авто, не брендовая модная футболка, не клубный имидж. Это все не то. Кто он достойный, молодой мужчина? Он не наглец, не хам, не сквернослов. И для него преграда не причина безвольно отступить. Он не готов быть равнодушным, когда мать бесчестит или глумятся дерзко над отцом. Трусливо он не топчется на месте и не пасует перед подлецом. Он должен быть и добрым, и отважным, и родину любить не на показ. По совести трудиться в деле каждом, ведь жизнь борьба. В ней дорог всякий час. Прекрасен юноша, который не посмеет развратничать, кутить, хитрить и врать. Красив, кто в юные года уже умеет просить прощения и других прощать. Кто не слюнтяй, не нытик инфантильный, кто не трубит про подвиги свои, кто умный, терпеливый, скромный, сильный и хочет крепким быть главой семьи. Красив, кто Бога в помощь призывает и навыкает верить и любить. А если что, готов, он это знает, за други жизнь и душу положить. Что красит юноша? Цена и твердость слова, благая цель, крутой подъем, полет. Упал, вставай, иди к вершине снова. Таких победам сам Господь ведет. Что красит девушку? Не яркий цвет помады, не золото, не бархат, не шелка. Что красит девушку? Какое быть ей надо? Об этом говорят во все века. Не гордой, а приветливой и скромной. Не дерзкой, а послушной и простой. Чтоб чистотой, покоряя мир огромный, она бежала бы от болтовни пустой. Нет скверных слов, нет выкриков постливых. Красавица такой не к лицу. Нет взглядов неприличных и блудливых. А есть почтение к матери, к отцу. Красива та, которая умеет себя смирить и ближнего простить. Прекрасна та, которая не смеет себе позволить лгать, хамить и мстить. Блистает ярко, красотой чудесной та, у которой совесть говорит, будь целомудренной, трудолюбивой, честной. Такой быть сам Бог тебе велит. Сегодня многие желают быть иными. И рабски служат ложной красоте. Желаю девушке я вам не быть такими, а всеми силами стремиться к чистоте. Когда любовью, верой, добротою наполнен будет жизни каждый час, тогда спасительной, небесной красотою Господь чудесно всех украсит нас. Да, в этих стихах есть те моменты, которые связаны с концепцией жизни. Что хотим получить от тех детей, кого сюда привели родители? Что хотим, что желаем, но мы знаем, что так бывает не всегда. И вот здесь задача быть вместе с ними рядом. Быть рядом в тех местах, куда они уже пришли. У кого-то начинается путь с футбольного поля. Тот пришел в тренажерный зал. У нас 26 видов спорта. Гимнастика, рукопашный бой, футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, стрельба из пистолета, стрельба из лука. Можно дальше продолжать. Есть то, что приоритетно. Но что самое главное, сюда приходя утром, в дошкольный клуб «Рекордик» или в дошкольный лицей «Аккордик», где разные праздники, события, мероприятия, воспитатели, профессионалы, школа искусств, свой оркестр, свои концерты, музыкальные творческие гостиные, свои спектакли с аншлагами. Всякий раз Рождество – это аншлаги. Это 6-8 спектаклей, где 300 с лишним человек приходят сюда и смотрят, и уходят с подарками, нет всегда ничего. Каждый год начинается без копейки. Правда. А потом мы вместе молимся и идем. И по мере движения Бог дает то, что поражает. Здесь, в этом пока маленьком храме, все иконы написаны людьми. Это жертва какой-то семьи или нескольких семей. Все в одном стиле. Все написаны как дар этой семьи за что-то Богу. Этот иконостас, я помню, приехал в одну семью. Начинал только стройку здесь,
только буквально вот сваи вкручивали. Приехал в одну семью, долго не было детей. Мы пьем чай после молебна, благодарственно, родился ребенок, долгожданный, чудо. Молились, пришли на исповедь, причащались, повенчал я их. И после этого я не просил ни о чем. Иду к машине. Бежит глава семьи за мной. «Батюшка, можно вот попросить вас о чем? Честь нам оказать. Какую? Вы сказали, что вы иконостас делаете для храма, заказали». «Да». «А можно мы полностью все оплатим?» «Послушайте, это огромные деньги. А мы Богу обет дали. Если вот в нашей семье, где родился ребенок, где-то прозвучит для нас слово иконостас, это как будто сигнал. Это наше. Мы хотим. Можно?» Я оплачивал 4 этапа. И всякий раз за 2 дня он мне звонил и говорил: «Я готов». Привозил деньги, я забирал и отдавал. Каждая икона сюда пришла как дар людей от сердца Богу, ощутивших Божью заботу о себе. Это касается не только храма. Ведь там, в этом комплексе, все построено трудами этих людей. Не только построено, а еще и содержится, направляется и ими, блюдется в чистоте. И это все часть труда, работы. Да, здесь есть и те, кого я приглашаю, и они некое получают жалование заботами тех, кто имеет возможность им какую-то копеечку, как пожертвование отдавать. А есть те, кто приходят, отдавая, просто отдавая. Но и те, кто пришли, получая что-то, они отдают больше, потому что это состояние заразительно, готовности идти и что-то делать. Это очень интересно. В этом находиться очень вдохновенно. Ты как будто пьешь и не можешь напиться, ощущая присутствие Бога в том, что Он творит. Всякий раз, когда какие-то большие события, праздники, и мы о чем-то думаем, размышляем, заранее готовимся, пишем план, программу, и потом в течение года под это Бог посылает людей и средства. И так 9 лет. И это трезвит потрясающе. Всякий раз трезвит. Более того, ведь то, что происходило здесь, строилось на земле, которая нам не принадлежала. Нам дали эту землю, но ее тут же забрали. Получается так. И не хотели отдавать. Так вышла сложная история с землей. Одна организация выделяет, а другая не готова. И начинается своеобразная история. Как это? Закон, незаконно, угрозы. Разное было. Но мало кто верил, что у нас все это получится. А еще проект уникального собора. Москва задолжала князю Дмитрию Донскому. В Москве нет ничего достойного, большого его великой памяти. Великого русского святого князя, к которому обращались русские люди всегда. В трудный момент нашей жизни. Война зовут. Беда зовут. Радость большая тоже зовут. Почему? Потому что и воин, и семьянин, и управитель, и христианин. И семейная жизнь, и ратное мастерство, и умение руководить, и все в одном человеке. Вот такое удивительное сочетание. Конечно, его зовут в помощь. Родил 12 детей с супругой. До 40 лет не дожил. Прошло почти 7 веков. Помнят, как вы, сербы, ваших героев помните. Я был 2 раза в Сербии. Для меня это очень дорогие поездки. Знаете, когда люди с тобой одной крови, Христовой крови, тогда это отношение глубокое и искреннее, оно неподдельно. Я нигде, в мире я был в разных странах, были очень хорошие отношения с кем-то, но никогда я нигде вот такого отношения к русским не встречал. Хорошее было, очень хорошее, но вот такого не было. Глубокого, основательного и поистине братского. Я не преувеличиваю нисколько, даю большего градуса. Это вот так, как нас встречали. И покойно сидишь, патриарх.
И простые прихожане храмов, куда мы приезжали, со студентами духовных семинарий, с прихожанами нашего храма, мы ехали по Сербии и дышали ее воздухом, ее историей, ее традициями, сходными с нашими. Мы очень близки. И поэтому отсюда, конечно, удивительное вдохновение и радость от того, что перед нами те, кто разделяют самое главное – веру, готовность самопожертвования ради Бога, ради Родины, ради ближнего. Я помню эту историю. Знаете, не знаю, как кому, мне тяжело о таких вещах говорить спокойно. У меня в роду военные, в поколениях. Они воевали из века в век в моем роду, защищая свою страну. Воевали, защищая славянские народы. И на Балканах воевали мои предки. И я несу память об этом в сердце, и мне всегда, когда говорю, ощущается вот к сердцу и к горлу подкатывает что-то. Я помню эту беду, когда глумление, когда страшное, когда безбожное, сатанинское в пасхальные дни, вот туда на Белград. Я помню хорошо это, для себя помню. И помню, как несчастный человек спросил, обращаясь к одному сербскому офицеру, тяжело вам воевать было с самой сильной армией в мире? Он говорит, знаете, мы с Россией никогда не воевали и не будем воевать. Достоинство – это умение Бога почувствовать в сердце и найти те слова, может быть, трудные, но честные, которые даже через века чье-то сердце вдохновят, укрепят и наполнить теплотою, смыслом жизни. Если он есть, есть жизнь, глубокая, основательная, с Богом. Если ее нет, этой теплоты, зачем такая жизнь нужна? Знаете, один русский святой сказал, раньше люди знали мало, но знали главное, а сегодня знают много. А про главное забыли. А что же главное? А главное без Бога, не до порога. Помню, в одном из писем, мною любимых, у святителя Николая Сербского, есть пример, когда некий человек отказался пойти в дом помолиться. Была бригада людей, которые шли наниматься на работу. А он остался возле дома, потому что он в Бога не верил. И шли другие люди, которые искали дорогу до какого-то места. И они спрашивают, а где хозяева? А они говорят, в доме. А что они там делают? Молятся. А ты что не с ними? Я не верю. А что вы хотели? Узнать дорогу, как пройти. Я подскажу. Брат, мы тебя спрашивать не будем. Мы дождемся их после молитвы. И поговорим. Извини, а у тебя дорогу спрашивать мы не станем. Вот вы знаете, дорога жизни, какая она глубокая у каждого человека. Если мы с Богом, проходя это испытание, его ощущаем в своем сердце и на своем пути. Возвращаясь к тому, что происходит с нами здесь, могу сказать, что это чудо, в которое Бог вкладывает. Я ощущаю в своей жизни, как счастливый человек, присутствие Божие. Это совершается в разном. Я, конечно, этой милости недостоин. Да, я являюсь здесь руководителем, директором всего этого, но это ведь он оказал мне честь. Я вспоминаю свое детство, где много было разного. Я еще был поражен, как много Господь в моем детстве дает мне возможностей посмотреть, увидеть, побывать, заниматься вот этим, 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 и творчеством, и спортом, и какими-то искусствами. Но я не думал, что в моей жизни это все вот так, в церковной жизни, воплотится в то, что есть здесь сейчас. То, что мы сделали, этот центр называют некоторые
православным домом пионеров. Можно сказать и так. Потому что очень важно в любую эпоху, я родился в Советском Союзе, взять то лучшее, что есть в этой эпохе, как писал святой Василий Великий. Лучшее возьми и у язычников. И наполни жизнь тем лучшим, что будет плоды приносить. Помню, когда я пришел к большому начальнику и сказал, что мы хотим здесь взять 2,5 гектара земли, он мне сказал: нет, здесь это невозможно. Я в Москве очень многие годы. Это особо охраняемая зона природного комплекса. Никогда никому не давали здесь столько земли. Вам дали чуть-чуть, а там зона метро. Вот на этом чуть-чуть стройте. Господь дал идею. Это не моя идея. Господь мне ее дал. Но она выросла в большую, удивительную ладью. Корабль, который понесся по миру с названием «Кругосветная парусная регата». Ну, я духовник олимпийской сборной. К спорту всегда отношение имел прямое. Есть и разряды, есть и занятия, есть и еженедельные встречи по футболу. Я тоже в них участвую. Турниры международные, которые я провожу, мы проводим. Я еще вхожу в комиссию, являюсь зампредседателя комиссии патриаршей по физкультуре и спорту. И в рамках комиссии мы много организовываем. И вот столько всего разного в ней удивительного и интересного, связанного с этой темой. И вот события регаты кругосветной связаны с тем, что мы читали Библию в течение поста. Когда ты общаешься со спортсменами, бываешь на больших соревнованиях, олимпийских играх, ты тоже чему-то учишься. К тому, что ты умел, добавляешь то, что Господь дает тебе, а потом это может удивительно переплестись с тем, что вдруг или не вдруг оказывается ценным, необычным, действенным. Идеи этой парусной регаты, чтением Священного Писания, усиленным в дни поста великого, увлеклись жители 120 городов России. В наш клуб вошли жители 120 городов нашей страны. И еще к этому 18 стран мира. Всего 19 стран участвуют к сегодняшнему дню. Усиленное чтение Великим постом по определенным правилам, которые мы предлагаем, в виде, в формате путешествия. С бортжурналом, с интересными зарисовками, с мыслями, с идеями, с проектами, с какими-то дополнительными сведениями о том, что отношение имеет к библейской истории. Это все интересно, вкусно. И у нас на сайте dmdonskoy.ru есть специальный раздел «Библейский яхт-клуб». И вот первая регата, когда мы землю просили, мы молились о разном, читая Библию, и просили о земле. Заметьте, мы прочли за Великий пост, не откладывая всех своих дел. Ну, представьте, 47 дней Великий пост. 40 дней и Страстная Седмица. И вот за это время, когда было много нагрузки, и молитвы, и поста, и преподавания, и встреч, ну, обычной жизни, священника в дни поста, напряженной, и мирян, верующих в дни поста, мы усиленно читали. Дети, в формате малой регаты для детей специально продумано все было. Интересно. А взрослые – большой регаты. И в конце была молитва с просьбой к Богу о помощи. Мы закончили читать полностью Библию к верному воскресению, входу Господню в Иерусалим. Мы закончили за 40 и еще, может быть, 3 дня до чистого четверга. Полностью Библию прочитали. Завершается Великий пост, Пасха. И скоро было 1 июня. Была поздняя Пасха. Именно 1 июня, день памяти князя Дмитрия Донского, святого князя. И 1 июня нам подписывают документ, что нам дают 2,5 гектара земли. Я пришел к этому начальнику. Это было примерно так. Ну, я скажу вам, отец Андрей, наверное, это чудо.
Я бы сказал больше. Он такой старый человек. Это, пожалуй, случай из книги рекордов Гиннесса. Нет, это другая книга. Это Библия называется. Вы ее читали? Слов нет. Первый раз в истории Москвы. Я потрясен сам. Но мы же получили. И вот так все здесь было. Сколько раз нет, не получится, не удастся, не сложится, складывалось. И вот к сегодняшнему дню, имея это чудо, в котором мы живем, мы Бога благодарим за него. И мой рассказ – это возможность поделиться с вами небольшими зарисовками из того, что у нас совершается каждый день. Об этом можно говорить и писать, что я и делаю. О Боге свидетельствуя не ради нашей славы, а Божьей славы. Это Он дал нам то, что поражает, вдохновляет и радует. И сегодня, беседуя с вами, я рад от сердца к сердцу, от свечи к свече, этот огонь веры и вам передать. Благословенные сербские земли, в то место, где Бога знают, чтут, где любят нашу великую Россию, где сестра Сербия несет в себе то глубинное, основательное, что никогда не иссякнет. Потому что этот источник небесный, Божий, он вечен, и вода в нем живая. И сегодня я глоток воды этот сам отпил из чаши, и вам предлагаю, дорогие сербские братья и сестры, мир вам и благословение от Господа. Imali smo priliku da čujemo jednu izuzetno posebnu i neobičnu priču o ovom hramu. Nastavak nas očekuje u sljedećoj emisiji.